продолжит сотрудничество с «Газпромом» и томские предприятия. Объем закупок в ближайшие годы должен вырасти с 6 до 10 миллиардов рублей. Об этом сегодня заявил Игорь Шатурный, заместитель губернатора. Посетил электромеханический завод «ТЭМС». На протяжении нескольких последних лет успешно работает с газовиками, поставляя им надежную продукцию, замещающую импортные аналоги. Репортаж Дарьи Сосновской. Участники выездного совещания цех за цехом осматривают производственную линию на ТЭМЗе. Антипомпажный клапан для газопровода начинает свой путь в литейном цехе. Здесь металл плавят, отливают специальные заготовки и остужают. Это самая дорогая и самая правильная технология. Дальше части будущего клапана отправляют на термообработку в шахтные камерные печи, затем на механическую обработку и сборку. За счет детальной проработки клапаны томского производства получаются прочнее, чем импортные. Это должны быть прочные изделия, должны быть морозоустойчивые изделия, то есть работать в критических климатических условиях. Но это может быть и жара, может быть и холод. От минус 60 до плюс 50. Эту производственную линию запустили 2 года назад в рамках инвестиционного контракта между Минпромторгом, областной администрацией и «Газпромом». Тогда газовики вложили в запуск производства 1,5 миллиарда рублей и поставили задачу до 2023 года отгрузить более 900 таких клапанов. Производство только набирает обороты. В 2018-м по контракту сделали 11 изделий общей стоимостью в 2 миллиарда рублей. Сегодня мы, значит, вот имеем заказ твердый на 100 изделий на 2019 год. Технологии и возможности наши говорят о том, что это вот реальный твердый заказ, который мы можем обеспечить. Его же надо изготовить. Это потребность, которая сегодня по всем подразделениям компании. Готовые клапаны будут использоваться для регулирования потоков газа, в том числе на таких больших магистралях, как «Сила Сибири» и «Ухта-Торжок-2». ТЭМС – одно из 30 предприятий, работающих с газовиками в рамках дорожной карты. И регион планирует расширить сотрудничество с компанией, включив в документ новые предприятия. Порядка 7 предприятий и научно-образовательный комплекс. Здесь у нас будут представлены и вузы Томской области, которые покажут свои возможности для выпуска той продукции, которую требует для «Газпрома». Если новые производства войдут в дорожную карту, это, по прогнозам областных властей, увеличит объем инвестиций «Газпрома» в томскую промышленность с 6 до 10 миллиардов рублей. Дарья Сосновская, Антон Сухушин, «Вести Томск».